Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Мы сегодня пришли на рыбалку ловить карася и попытаемся ловить щуку. Мы, это вот я, собаки и маленькая девчонка. Вчера была гроза, дождик прошел, сегодня, правда, опять душно, но температура немножечко понизилась на пару-тройку градусов по сравнению с предыдущими днями, и водичка вот такая мутная. В общем, мы только пришли, сейчас соберем снасти, приготовим и будем ловить. Так, живец пойман. Сейчас будем пытаться ловить на него щуку. Бедный карасик. Да, карат. Аркан беспокойный. Так, живец у меня пойман. Сейчас я буду его сажать. Вот у меня есть спиннинг. Вот на нем поплопопер я его оснастил. И небольшой поводок с тройным крючком на конце. Сейчас попробуем на эту снасть посадить живца и поймать щуку. А тем не менее у нас тем временем клюнул еще один карасик. Опа, вот еще один живец. Вот. Это даже не карасик, это, по-моему, красноперочка или плотвичка. Но все равно то, что надо. Давай. Вот, наверное, с нее и начнем. А? Давай, дай воду. Не надо. Сейчас мы с нее начнем. Так. Поскольку карась более живучий, ух, там так гуляет. Оставим его на потом. Я увидела. А сейчас вот за спинку аккуратно, чтобы не повредить хребет. Вот, продели. И сейчас будем забрасывать. Заброс пошел. Так, заброс произведен. Я забросил примерно в то место, где гуляет щука, ну плюс-минус, конечно. Это вообще мой первый опыт рыбалки на живца. Насколько я знаю, остается теперь следить только за поплопопером. Как только он пойдет вообще в сторону, значит щука взяла наживку и нужно будет подсекать. Остается надеяться, что щука таки возьмет нашу наживку. А тем временем я буду продолжать ловить еще и карася. Кстати, поплопопер пропал. А нет, вижу. Просто волна. Но я еще не знаю, насколько правильно я поступил этого живца. Может, не она натягивается. Натягивается? Щука тянет? Я не знаю. Да нет, не похож. Скорей! Скорей, доставай из воды. Скорее нельзя, иначе живец уплывет. Вот, смотри, видишь, как эта рыбка плавает, смотри. Ага. Вот, видишь, это она тянет. Одна тянет? Ага, вот. Вот, смотри, видишь, как она плавает, вот. Ага. Вот она, раненая рыбка, она и плавает. Все. Сейчас мы перезабросим его. Если щука возьмет, она сразу уйдет или на глубину, или в сторону. А, оторвалась. Оторвалась рыба? Да, оторвалась рыба. Все. Давай нашего карася.
Так, ну что ж, по неопытности я дернул жука, оборвал его, при забросе просто отлетел. Сейчас подцеплю карася и повторю все сначала. Давай. Давай карася. Так. Главное, чтобы хребет не побить, не повредил. Убираю грязь. Вот карасик. Камешки. Тихо. Тихо. Карасик, тихо. Мира, не было. Все. Заброс произведен. Будем ждать. Мудила, стой! Аркан, выходи! Иди сюда! Вылез отсюда быстро! Иди ко мне! Иди ко мне, говорю! Рыба. Прикольно. Плюс третий карасик. Собака плавает, а клёв идёт. Дяденьки и тетеньки, мальчики и девочки, кто бы мог подумать,
самый разгар, обеденное время, самая жара, 2 часа дня. И клев начался. Мне сын подвез опарышей. На манку почти не брала, как вы помните, сегодня утро. Сын подвез опарышей. Немножечко прикормки. И пошел клев. К сожалению, сегодня в кадр не попало. Вот такого примерно размера красноперка. Мы ее с дочкой упустили. Уронили здесь на берегу. Она, вернее, крючок даже отвязался у меня. И она упала. И ушла в воду. Но это говорит о том, что в этом маленьком водоемчике, кроме этого мелкого карасика, есть довольно-таки крупная рыба. Вот сейчас я наловлю и живцов, и котам, и, возможно, даже пожарить. И вообще рыбалка начинается веселая. Хотя обед. Обед. Ну, а там лисухи. Вот так вот, только заброс и сразу поклевочка. Заброс и поклевочка. Ой, у меня опарыши убегают. Давай. Ну, в общем так. Самое интересное, что началось потом на рыбалке, я заснять уже не смог, потому что моя камера упала в воду. Хотя она находилась в воде буквально там 2 секунды, этого хватило, чтобы набралось в нее много воды. Пришлось камеру выключать, тут же разбирать по возможности, там сушить, снимать переднюю крышечку. Дома уже, конечно, разобрал ее побольше. Отверточкой уже пораскручивал, все просушил. Но, как вы можете сейчас видеть, все равно остались дефекты теперь в объективе. Дело в том, что вовнутрь объектива попала вода. Она была на внутренней стороне, внешней вот этой главной линзы. Основной линзы, как ее там назвать, не знаю. Вот. Разбирать сам объектив я не стал. И вот, к сожалению, остались такие пятна. Но я надеюсь, в скором времени я куплю себе новый объектив, поменяю его. Вот. Такие вот неожиданные траты. Ну, а что касается самой рыбалки, то могу показать только фото. Я поймал разного размера карасей, всего 70 штук. Это от вот такого, которого я использовал на живца, до вот такого. И получается, и на живца хватило, и котов покормить хватило, и даже себе пожарить осталось тоже. Вот. Щука на живца тогда не клюнула, но был интересный момент, когда возле берега, ну так, в трех метрах, на поплавочную удочку, клюнул у меня карась, поплавок немножко пошел вниз, я начал подсекать, и в этот момент я почувствовал мощный рывок. Поплавок ушел вообще вниз и рванулся в сторону в камыш. Удилище вообще загнулось дугой. Я пытался его подтянуть, но поводок на этой удочке приспособлен только для карася, и толщина лески на поводке, по-моему, 0,12 у меня. Понятное дело, что он долго не выдержал, просто оборвался. Хорошо, что это был отдельный поводочек, и у меня остался поплавок, осталась огрузка. Вот. А получается, щука выскочила, видимо, из камыша, схватила карасика, который клюнул на опарыш, и утащила его назад в камыш. Ну и, понятное дело, оборвала поводок. В общем, рыбалка была очень интересная. К сожалению, испортилась немножко камера. Вот. Но я думаю, я в скором времени эту проблему решу. Осталось только найти лишние свободные деньги на все это дело. Так что до новых встреч. Я надеюсь, на том водоеме все-таки мне удастся поймать щуку, удастся поймать рыбу покрупнее.
Всем всего хорошего. Пока.